Футбол – игра сезонная, но забивать голы хочется круглый год. Покрытие на стадионе имени Оленичева дает такую возможность даже поздней осенью, когда приходится играть и под дождем. Кажется, кому охота мокнуть, когда весь день моросит. Но здесь совсем другой климат. Климат соперничества и спортивных амбиций. Участники команд знают друг друга с детства. За последние годы несчетное число раз встречались в принципиальных поединках. Были и поражения, и победы. У каждого коллектива своя статистика, и ее не хочется ухудшать. Матчи только на победу. Сейчас у нас пройдут четвертьфиналы. Встречаются команды «Биг Бен», «Грант» и «Олимпик Спарта». Вот, по итогам победители выходят в полуфинал и будут встречаться с командами «Порту» и «Бостон». Ребята получат по итогам турнира, ну, первый – это кубок и переходящий кубок нашего учреждения. А помимо этого, команды, занявшие первое, второе и третье место, будут награждены медалями. Да, это хороший подарок, или, как любят говорить сами футболисты, спортивный трофей. За него на поле разворачивается не по-осеннему горячая борьба. Несомненный лидер Грант еще в четвертьфинале разнес вечных соперников из Биг Бена со счетом 7-2. Олимпик переиграл Порту 3-0, а в финале Грант одолел Бостон в упорной борьбе 3-1. Теперь до встречи в новом сезоне. Сергей Берзин, первый Мытищинский.